Мне не подходит ИПП. Возникает обратная реакция. Изжога. От каких-то раньше, от каких-то позже. Озвучила врачу. Назначен Альфа-Зокс. Хуже пока не стало, но и результат тоже непонятный. Стоит продолжать принимать. Ну, в любом случае, если врач назначил, наверное, у него были для этого какие-то основания, и он чуть лучше знает ситуацию, поэтому я бы не стал отказываться от такого варианта решения проблемы. Но что самое главное знать в такой ситуации? ИПП не могут не подходить. Не могут не подходить. Такая ситуация, конечно, может возникать, но она крайне редкая. У меня, например, за всю мою практику был, наверное, человек 5, у которых такая ситуация возникла. Но при этом они прекрасно переносятся, никаких побочных эффектов нет, но просто нет их эффекта на результат. Вот, поэтому, если обратная реакция на них не может возникать, скорее всего, проблема в вашей ситуации недостаточно изучена. Потому что в целом, мне кажется, я могу предположить, но мне не хватает данных, исходя из вашего вопроса, скорее всего, речь идет о каком-то билиарном рефлюксе, то есть забросе желчи, который имеет более щелочной pH. Тогда вы убираете из желудка кислоту, или, может быть, это атрофический гастрит, и там и так мало кислоты. И тогда действительно становится хуже. То есть сочетание атрофического гастрита с забросом желчи вполне себе такую симптоматику будет давать, и это лечится не ингибиторами протонной помпы, а совершенно другим лекарством по другой технологии. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.